Недавно российский хотел приобрести сильными были поражения от Шальке и от Баварии. Но он думает, что игра команды была не столь плоха, как это расписывают газеты. С другой стороны, ну а вообще по статистике Ливерпулю удобнее играть с немцами, чем Боруссии с англичанами. Штрафной удар может получиться очень опасно. Подставил ногу, по-моему, Тарасицки. Как сказать об обороне английского клуба, потому что она, в общем-то, вне игры. Виньяль, Хюпе, Энчус и Каррагер. Подача не дотягивается до мяча. Колер, а вот могла получить. Правило Колер, Мороза и угловой. Колер и Сёренсен. Здесь еще и Вернс есть. Здесь есть Юрген Колер. Вот он, кстати, выпрыгивал на мяч сейчас. Так что ни в коем случае нельзя. Севич. Мороза. Пока я смотрю, что он играет под нападающими. А Сёренсен и Колер впереди. Но Боруссия перехватила инициативу. Российский подает. Ну, увернуться удар не получился поворотом. Завертелась карусель. Штрафной удар. Сейчас выручает Иванильсон команду. Мяч в створ уже шел. Сейчас, видимо, получат предупреждение Хески за удар после свистка. Но, кстати, положения вне игры на самом деле не было. Костевич, видимо, будет. Здесь, конечно, должен быть угловой. Вот так помощники. Оуэн, здорово, Рисе. Войти в штрафную Ройтер не дал. Но так и не закончилось. Нарушение правил там было. Пока счет не открыт. Ну, давайте посмотрим повтор этого прохода Оуэна. Ну вот здесь, конечно, нарушение. Да, ну тут у самого Оуэна. Эмиль Хеске, 10-й Майкл Оуэн, 13-й Дани Мерфи, 16-й Дитмар Хамман, 17-й Стивен Джерард, 18-й Джон Арне Рисе, 23-й Джейми Каррагер и 27-й Грегори Виньяль. Главный тренер Ливерпуль стороны — это фавориты группы. Здесь выступают еще Киевская Динамо и Боависта. И я думаю, что в начале, когда только-только прошла жеребьевка, многие ставили на то, что выйдут из этой группы Дортмундская Боруссия и английский Ливерпуль. Это странный вообще эпизод. Чуть свои ворота сейчас не поражают англичане. Срезка у одного из защитников произошла, это Энчус, и затем все остальные впали в какой-то коллапс. Вместо того, чтобы спокойно разобраться и выбить мяч в центру поля, стали ему... Головы, я напомню, очень опасны в Боруссии, потому что полно игроков, умеющих играть головой как следует. Попытка ударить через себя, а Мороза невразумительная. Не слишком ярко действуют нападающие Дортмундского клуба. Вот давайте сейчас посмотрим, как Ливерпуль едва сам себе не забил. Вот, здесь пытается выбить мяч Джерард, происходит у него срезка. И вот здесь Стефан Энчус бьет штангу
собственных ворот. Вот, кстати говоря, те самые... Кристиан Вернс, он сегодня играет против трех своих обидчиков сразу. Вернс был в составе сборной Германии, когда она проиграла 1-5 англичанам. Теперь это может плохо кончиться. Ну, правда, сейчас посмотрим, зафиксирована ли опасная игра со стороны Оуэна. Да, вполне возможно. Да, Хески с Оуэном, конечно, лучше понимают друг друга, чем любая произвольная пара игроков Боруссии. Сейчас я думаю, что не очень легко играть уже Лемону, потому что теперь он универсальный футболист, который может и в атаке играть, и в обороне. Сейчас кто-то получится, удар по воротам второй раз, но нет, неужели эти ворота настолько счастливые, а? Для Ливерпуля. Именно в них забили сами себе испанцы 4 месяца назад. Именно в них попал Стефан Энчес. Именно, не попал, вернее, Стефан Энчес, именно в штангу этих ворот он попал. И именно в эту же самую штангу попадает сейчас Томас Росинский, а на удар его даже не реагировал голкипер. Но в первом тайме не захотел ДД Амороза. Еще не хватает нигерийской Алисы Экфеба. Хески. Дальний удар. От отчаяния.